Зимний сезон практически завершен. В центральной части России уже постепенно устанавливается теплая погода, журчат ручьи и тают сосульки. Но, как известно, мартовская погода обманчива, из-за потепления может наступить внезапный мороз. И тем не менее, март – время подводить итоги зимы. Осадки, перепад температур ничего особого не привнесли в работу домоуправляющих компаний. Наши бригады работают в обычном режиме, справляемся своими силами, своими сотрудниками. В домоуправляющих компаниях Советского, Нижегородского, Московского, Канавинского, Приморского района работает 40 бригад. С начала зимы все промышленные альпинисты работают в усиленном режиме. Ведется постоянный мониторинг, контроль кровель, отчаянных кровель. В Нижнем Новгороде весь сезон промышленные альпинисты работали в усиленном режиме в связи с тем, что снега выпадало очень много. К сожалению, крыши многих домов требуют теперь капитального ремонта. Альпинисты закрепляются на кровле, проводят очистку, либо в зависимости от того, какая кровля, зачищают снег, зачищают сосульки, работают с помощью, снимают снег лопатами, деревянными, пластиковыми лопатами, шестами. Если кровля там двух-трехэтажные, то они снимают с телескопическими вышками. Разный тип крыш и кровель по-разному ведет себя в снежный период. У нас есть одна, скажем, такая особенность. По всему городу очень много кровель, которые конструктивны, и конструкция кровли предусмотрена так, что они не только там препятствуют образованию на льде, а, к сожалению, и, скажем так, усиливают образование на льде. И с такими кровлями это борьба сейчас только в том заключается, что такие кровли нужно ремонтировать, потому что требуется капитальный ремонт кровель. Чтобы не пострадать от схода снега или сосулек, никогда не забывайте о простых правилах безопасности. Не надо поднимать голову, смотреть, что это падает, куда это падает. Вам лучше прижаться ближе к стене фасада, потому что все равно над фасадами козырьки, это поможет вам. А впереди весна и лето. Время, когда коммунальные службы проводят капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, приводят в порядок после зимы кровлю и готовятся к новому снежному сезону.